Что ты, Женек, вещей ловишь? Да, ноу-хау. Ну нифига у тебя такая наживка. Ну-ка покажи, как ты делаешь. На резиночку. А это что, у тебя комбикол? Да. Вот так вот насаживаю. Беру комбикорм. Резиночку. О. Оп. И на крючочек. Раз. И рыбка наша. А на крючочке у тебя ниппель, да? Чтобы крючочек держался. Нет, ниппель я насаживаю. Вот сейчас ниппель идет. Понял. Ну и что ты сейчас? Ты только недавно сюда подошел. Ты что, уже поймал что-то? Конечно. Ну-ка. Что там, Саш, покажи. А, вот какие. Нифига. Что это у нас? Подрезчик, да, по-моему? Да, подрезчик. А вчера леща. Да. Под два. Понятно. Ну, у тебя снасть, я вижу, уже отлаженная здесь. Походу, да. А вот не они у тебя стоят здесь, значит, две. А на конце у тебя ни колокольчика, ничего нет, да? Ты по кончику смотришь? Я по кончику. Понятно. Ну-ка. А кидаешь далеко? Насколько дури хватит? Ну, я здесь вижу где-то метров под 50. Ну, может, чуть поменьше. Поменьше. Понятно. Ну вот, нафига, может пойдет. Ждем.